перестроили там узбекам, узбеки в домах. Многие были там тоже это, в армии, мужчины были в армии, на фронте. А люди очень бедные были, очень бедные. Чем мы, они были бедные, потому что мы кое-что схватили немножко. А у них вообще ничего не было. Хлопок, они сажали хлопок, а хлопок нельзя было кушать. А если у него это жмых был, иногда люди еды кушали тоже, для скот давали, но от этого жмыха люди разорвались. Там жарко, там вода нету, вода соленая, которые это промывали землю, соленая вода шла вниз, оттуда каналы строили, каналом они шли. Это чистая вода была, но соленая была. А с канала шла, каналы шла, она это, мутная была, грязная была, но она чистая, это, сладкая вода была.